Что случилось-то? С Васькой, что ли, опять подцапалась? Соседям она дерзит. Школу она прогуливает, на мопеде специально проехала, чтобы участкового облить. Так может, она случайно? Ага, случайно. Давай случайно. Я. На видео не записывают. В интернет не выкладывают. Слушай, ну что ты брагуешь в самом деле? Ну ты в детстве, что ли, сама не хулиганила? Боря, хулиганила, но только мать я всегда слушала. А она себя как сумасшедшая ведет, понимаешь? Вот я не пустила ее на дискотеку. Так она голодовку объявила. Ха. Если моя новоиспеченная семья бы голодовку объявила, я бы только рад был бы. Ну я же переживаю за нее. Ну как не могу до нее достучаться? Мне не получается с ней строго. Че? Борь. Не-не-не-не. А может, ты попробуешь? Нет. Ну... Нет. Прости, я с женщинами, с детьми разговаривать не умею. Нет, тем более она женщина, ребенок. Нет, я не. Борюш, ты знаешь, ты с ней просто поговори, я тебе обещаю. Если ты с ней пообщаешься, я тебе... Че, прям с мясом? То есть можно было просто пирог предложить? Хорошо, все, иду разговаривать с Васей. Че ты сразу начинаешь-то? Ивановы, Ивановы. Новый сезон. С понедельника по четверг в 19:00 на СТС.